Всем привет, дорогие друзья! С вами Дима Моисеев. Сегодня я сниму новое видео про то, как я буду на этой ледянке съезжать вот с этой горки. Те, кто смотрел предыдущие видео мои, помнят, что я сюда приходил где-то в августе. Блин, тут, конечно, все травой заросло, как не очень кататься будет. Но я попробую все равно. Я на эту горку уже не знаю сколько лет. Больше 5 лет сюда хожу. Около 7 даже, наверное, где-то. Это горка моего детства. Короче. Сейчас я съеду с этой горки. Как и обещал. Еще раз всех с Новым годом. Что ж. Сейчас я поеду. Тихо-тихо. Ледяночка, не уезжай. Не уезжай. Варежки свои надо забрать. Да их упакую под себя. Ладно. Отсчет не пошел. Я немножко другую позицию выберу. Тихо. Не едь, пока. Притормози чуток. Ай, блин, моя рука. Прям в снег. Как же я это ненавижу. Тихо. Стоп, я. Отсчет пошел. 3, 2, 1. Ну, ой-ой-ой! Не туда! Траву куда? Блин, это было опасно, я смог поломиться. Да я это сделал. Ой! Ой, моя рука. Ладно. На этом я закончу. Всем спасибо за просмотр. Вон рычаг. Всем удачи, всем пока.